Tertikus's pension is 25 euros a week. When she was hit with an expensive medical bill, she raised money by renting out her apartment for a month. But when the time was up, the tenant refused to leave. Вот я трижды обращалась в полицию, чтобы мне помогли, но потом выяснилось, что полиция, именно полиция этим вопросом не занимается по закону, не выселением не занимается, надо обратиться в суд. И когда я там в полиции была, мне сказали, обратитесь вот в центр Санасизм, и там этот центр помогает одиноким женщинам, там есть, мол, юристы. Within a few days, she'd won her case. She says she couldn't have done it alone. Я бы до сих пор бы вот это ходила бы, сдавала бы это исковое заявление, у меня могли ее и не принять. Sanasism belongs to a network of 150 grassroots organizations and 32 lawyers in Central Asia, helping citizens navigate government bureaucracies and the court system. У людей, у которых есть, допустим, финансовые какие-то средства, которые могут отстаивать свои интересы, как правило, у них все, с этим все в порядке. А у людей, которые наиболее подвержены рискам, которые оказались в кризисной ситуации, может быть, это проблемы домашнего насилия, может быть, это проблемы жилищные, у них эта проблема возникает наиболее часто. Their work is part of Finland's 30-month, 5 million euro program, Equal Before the Law, Access to Justice in Central Asia, aimed at giving rural women, children, and the disabled this fundamental right. The program also works with law schools. With Finnish colleagues, Aziz Madaminov is one of about a dozen Central Asian professors improving law students' ability to defend vulnerable people. Равноправие неравноправных – это неравноправие. То есть мы должны отнестись к женщинам особенно или к детям особенно. И тогда это будет равноправие. The network lawyers are finding that people often get in trouble because they lack paperwork needed to get an education, a job, or medical help. 2 years ago, Irina left personal documents to apply for a job as a waitress. Then the cafe closed and the owner disappeared. Было свидетельство о рождении и РНН. И вот эти я документы утеряла, чтобы было на удостоверение личности подать, мне надо было свидетельство о рождении, заново восстановить. Никто мне не мог помочь. В течение 2 лет я вот так между ЦОНом и ЗАГСом находилась. Обращалась туда, мне там говорили, идите в другую организацию. This wasn't too big a problem until she had her baby. Когда я попала в роддом, меня не выписывали, так как у меня документа не было. Я в итоге вышла под расписку. И вот у меня ребенок сейчас тоже без документов, без свидетельства, так как мои документы утеряны. Пока я их не восстановлю, я не могу получить на ребенка ни пособие, ни оформить, ни документы. She then turned to Sanasizim, where lawyer Marat quickly helped get her documents in order. Да, де-факто они есть, а де-юре их нет. Если смотреть с юридической точки зрения, ее нет совсем. Документов нету. Фактически вот она сидит. В итоге мне это очень легко казалось. Я за неделю собрала все справки, потому что Sanasizim меня связал с нужными людьми, и я подала заявление на документ. The lawyers also often work with victims of domestic violence. Я была избита. Избита, как он меня душил. Когда душил, оказывается, задет какой-то нерв у меня. На этом основании я, когда уже начинаю нервничать, у меня эта рука как будто парализована или немеет. She went to the police for help. Вот они у меня это дело оставили без рассмотрения. А тот участковый еще грозился. Куда хотите, туда обращайтесь. She decided to get a divorce and hired a lawyer, but the lawyer left her at the courthouse door. Я уже начала сомневаться. Я говорю, что-то не то тут, потому что если нормальный адвокат был бы, там он меня защищает. She heard about Sanasizim from a friend, and there she was assigned a lawyer, Alina. Когда Елена уже, когда со мной она в суде, у меня какая-то поддержка, как-то за меня заступиться. The project is also bringing citizens' concerns to policymakers. Проект равенства перед законом и доступ к правосудию в странах Центральной Азии очень важный проект, и в этом проекте есть очень много тем, которые нужны особенно уязвимым слоям населения. И здесь очень отрадно то, что проект поддерживает и неправительственных организаций, и правительственные структуры в этой сфере. Nevertheless, people often don't even consider going to court, especially in rural areas. So the program is also working with community leaders.
We see a growing trend of informal leaders, which includes religious leaders intervening in these family disputes. On one hand, these informal leaders can increase access to dispute resolution, but on the other hand, many times these decisions can actually violate the individual rights, particularly in cases involving women and children. By working with a broad range of community and government organizations, EBL works to bridge gaps in access to justice so that all people in Central Asia will be equal before the law.